Здоровий лікар, здоровий пацієнт. Одеський центр нефрології та діалізу готується імунізувати усіх працівників. Серед 96 медпрацівників обидва щеплення AstraZeneca вже отримали 22 особи. 80% колективу отримують першу дозу вакцини або завершать вакцинацію всередині серпня. Як і в центрах масової вакцинації, на вибір для імунізації лікарі отримують Pfizer, Moderna та CoronaVac. Наши пациенты, которые находятся на гемодиализе, приезжают к нам в центр 3 раза в неделю. И это бесконечный контакт с родственниками, это поездки в общественном транспорте. Это увеличивает риск заболеваний. Поэтому сотрудники должны быть в строю. Мы должны просто понимать, что нас ждет в будущем. И если все-таки это будет, а по всем прогнозам мировым следующая волна ковида будет, то лучше пережить заболевание, если это будет заболевание у человека в легкой степени, или не заболеть, чем перенести его тяжело и, не дай бог, с летальным исходом. Сотрудники не болели, из пациентов болели... Ну, большинство, наверное, процентов 70% переболело. Все пациенты инвалиды первой группы. То есть изначально у них, скажем так, здоровье скомпрометировано. И наслоение еще такое тяжелое заболевание, как COVID, ну, для многих переносится крайне тяжело, в том числе, может быть, и летально, чем для здорового человека. Плюс обычно пациенты, которые на диализе, они имеют какие-то очень большие, ну, сопутствующие заболевания, которые в том числе и привели к самому диализу. Більшість пацієнтів до вакцинації ставляться скептично, адже не впевнені у наслідках, які може принести вакцина через супутні хвороби. На постійному лікуванні у центрі перебуває 41 людина та лише 3 отримали щеплення. На власному прикладі медики хочуть показати, що препарати від китайської хвороби навпаки знизять ризики захворювання та запобігатимуть можливим негативним наслідкам від ковіду. До наступного етапу імунізації центру виявили бажання приєднатися до числа щеплених ще 5 пацієнтів. Мой семейный врач, ее перевели на вакцинацию, я созвонился, то есть посоветовался с заведующей тут по коронаваку, и у меня там еще сопутствующая болезнь, посоветовался там, сказали, подтвердили. Когда сделал прививку, я забыл абсолютно о ней, пошел работать, ну, передвигаться и жить. Оказалось, что да. Ну, в декабре сдал анализы, уже антитела были. Я человек нездоровый, имеющий побочные всякие. Я просто боюсь заболеть. Я уже болела. Я болела ковидом в сентябре прошлого года. Я легко как бы дома перенесла, но мне очень не хочется повторения. И я до сих пор, мне кажется, выхожу еще из того состояния, из этих осложнений. Изначально были сомнения, а потом... Я решила вакцинироваться, потому что ковидом я не болела. Пациенты у нас, получается, они проходят только процедуру. Лечение ковида мы не проводим. Мы только оказываем нашу процедуру гемодиализа. Вот. И через день они приезжали, у нас было помещение изолированное специально для таких пациентов. Тяжело по 8 часов находиться в зале, в экипировке, полностью в зизях, защитные щитки, маски, респираторы. Ну, в общем, тяжеловато было. Нагадаю, що отримати щеплення може будь-який охочий у центрах масової вакцинації. Адреси ви бачите на своєму екрані. Усі вони працюють у вихідні з 9 до 6 вечора. На вибір одеситів для імунізації наявні препарати Pfizer, Moderna та CoronaVac. Також у будні дні можна зробити щеплення в центрах первинної медико-санітарної допомоги.